Стадион «Металлург» полон. Болельщики явно соскучились по мотоболу. Поддержать любимую команду пришли сотни человек. Среди них советник главы администрации Ленинского городского округа Моисей Шамаилов, который торжественно открыл чемпионат России 2023 года. По поручению главы Ленинского городского округа Алексея Петровича Спасского я приветствую всех спортсменов, желаю в этом сезоне удачи. И надеюсь, что победит сильнейший, а кто сильнейший, мы знаем, кто. Громче! Правильно, Металлург. Кажется, болельщики уже свыклись с мыслью, что этот сезон «Металлург» проведет без легендарного игрока Антона Гусева. Как на открытии чемпионата их ожидала еще одна новость. Большой спорт покидает капитан команды Владимир Сосницкий. Говорят, скупая мужская слеза, но этот трогательный и в то же время грустный момент никого не оставил равнодушным. Об уходе такого корифея, как Владимир Сосницкий, президент команды Валерий Нефантьев спокойно говорить не может. Мне действительно очень тяжело. Вообще, вот за 50 лет у нас вот такой напряженной обстановки. То есть как-то была смена поколения, как-то проходила как-то безболезненно, все было вовремя. А здесь как-то в этом году получилось, что и Гусев закончил, и Володя Сосницкий. Это, конечно, большая потеря для «Металлурга», но, слава богу, есть замена. Работа проделана большая, думаю, все-таки «Металлург» выгребет, выгребем. Пережили благоду, переживем изобилие. Поэтому... А так тяжело, конечно. В «Металлурге» Владимир Сосницкий провел 34 года, а свой путь в большом спорте начинал в Полтавской области еще юношей. Отец Владимира был вратарем, так молодой игрок и попал в мотобол. С 92 года играл в сборной России, был ее капитаном, 20 раз становился золотым призером чемпионата Европы. У меня всегда хорошие ноты останутся. Песня красивая начиналась и красиво заканчивается когда-то. Вот. В мотоболе я все увидел, все, что мог, завоевал. Я думаю, что в этот вид спорта я недаром провел свое время. Вот. Ну, теперь у меня планы какие будут? С мотоболом не прощаться. Будем давать свое дарование другим. Учить, помогать, подсказывать. Пойди, что-то может и получится. Такие потрясения в самом начале сезона на время отвлекли болельщиков от стартовой игры чемпионата, в которой «Металлург» встретился с кировцем из станицы Полтавской Краснодарского края. Противник для видновчан пока слабенький. На первой минуте счет открыл Иван Криштопа. К слову, именно Иван принял у Владимира Сосницкого капитанскую повязку. Я к этому готов. Наша команда тоже готова. И первая игра показывает то, что ребята все настроены играть коллективно. Никто не будет филонить, скажем так. Все готовятся, и у нас нет другого выхода. Впереди у «Металлурга» серия выездных игр в рамках Кубка России. А следующий домашний матч болельщиков ожидает 19 мая в 18:00. Юлия Погосян, Александр Логинов, Екатерина Довлятова. Видно этого.